Всем привет! Как вы уже догадались, друзья, сегодня я буду готовить баклажаны. Существует очень много блюд из баклажан. И вот сегодня я буду готовить баклажаны с майонезом и чесноком. Что нам понадобится? Баклажаны, естественно, майонез, чеснок, из зелени кинза, соль и подсолнечное масло. Нарезаем баклажаны вот так кружочками, солим, оставляем на несколько минут, чтобы ушла горечь. И потом уже будем их жарить. Время прошло, я их немножко отжала. И вот сейчас уже будем их жарить с двух сторон. Здесь у меня майонез с чесноком, я его уже добавила. Также сюда добавлю кинзу. Баклажаны тоже уже готовы. Кинзу я добавила. Ну, а потом уже, как видите вы, на баклажан я намазываю майонез и сверху также кладу кружочек баклажана. У меня оставалась зелень, и я еще вот так добавила для красоты, друзья. Вот таким путем я готовлю еще рулетики из баклажан с такой начинкой. Вкусно и красиво тоже. Так что готовьте и приятного всем аппетита, друзья!